Добрый вечер, дорогие посвящения. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы будем сейчас подводить итоги. Ну, у нас не официальные встречи, не официальные итоги. Итоги подведем чуть попозже, мы, наверное, сходим к каждому. Хотя каждый дома за праздничным столом наверняка будет вспоминать уходящий 19-й, вспоминать о том, что было, что произошло, как прошел год. В общем, хорошо прошел год. Будете строить планы на 20-й год. Все мысли материальные. Что задумать и то и случится. Что хочется от себя сказать. Очень рад я вас видеть в этом бесприимном доме, в нашем доме культуры «Восход». Хочу пожелать прежде всего вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Еще раз повторюсь, думать только о хорошем, только о позитиве. И все свершится. Потому что волшебная ночь новогодняя. Хорошего вам настроения праздничного. Всего того, что сами себе пожелаете. С наступающим вас Новым годом!